Андрей Шабарин отказывается брать супруги Анастасию Кочервей. Участник реалити-шоу рассказал, что девушка не станет его второй половинкой, поскольку она сама этого не хочет. Телеведущая Ольга Бузова превратилась в скелет и напомнила фанатам жертву Асенцима. Преданные поклонники одной из самых известных девушек России очень волнуются за ее состояние здоровья. Ни для кого не является секретом, что на данный момент рабочий график Ольги Бузовой расписан буквально по минутам. Знаменитость работает и днем, и ночью, при этом вовсе не жалеет ни себя, ни своего здоровья. Бывшая участница Александра Шева мечтает стать мамой. Шева сделала публичное признание. Она хочет родить ребенка от Арая Чабаняна. Александра сообщила пользователям Инстаграма о новой беременности. По ее словам, в будущем она планирует родить второго ребенка, а в качестве биологического отца рассматривает своего нынешнего сожителя Арая Чабаняна. Ольга Жарикова закатила скандал на свадьбе Татьяны Мусульбес. Девушка испортила свадебный вечер. На торжестве Тани Мусульбес и Виктора Литвинова Ольга перебрала с алкоголем, а когда собралась вместе с Сашей Габозовым домой, то неожиданно вспомнила, что он все еще официально женат. Девушка приревновала Габозова к Лиане Устиненко. По словам Александра, Ольга перебрала с горячительными напитками, а по словам Ольги, Саша обещал, что они поедут домой на машине, но передумал, начал пить волшебные напитки, а потом предложил Ольге переночевать на поляне, потому что домой на такси добираться было далеко и дорого. Жарикова решила, что Саша хотел увидеть Лиану, но утром, когда протрезвела, поняла, что перегнула палку, но тут выяснилось кое-что еще. Габозов и Жарикова расстались из-за измены Ольги. Саша продемонстрировал участникам «Дома-2» компромат на свою невесту. В Питере, куда Жарикова ездила навестить маму, она неплохо повеселилась в клубе в компании неизвестного молодого человека. Камера зафиксировала не только объятия с парнем, но и то, как Оля сидела у него на коленях. Простить подобное поведение Габозов не может, поэтому и было принято решение об окончательном разрыве отношений. Как думаете, теперь у Алианы снова есть шанс? Ждем возвращения Александра на поляну, скоро узнаем. В сети появились слухи, что на острове любви место Александры Шевой заняла Анастасия Яндальцева, которая ездила в отель без камер с Виктором Шароваровым. Последние дни в сети только и говорят о провалившейся перезагрузке Александры Черно. Более того, мало кто сомневается в том, что Черно не похудела ни на грамм, а если и сбросила хоть немного, то из-за своего обжорства и пассивного образа жизни скоро наберет еще больше. Как выяснилось, телезрители были не так уж неправы. В сети появилась информация о том, что на свадьбе Литвинова и Мусульбес главная толстушка «Дома-2» едва не осталась голой, причем в прямом смысле этого слова. Если верить информатору из числа гостей торжества, перед началом бракосочетания шитое на заказ платье Черно разошлось по швам. А если бы не родители Мусульбес, которым удалось найти нитку с иголкой и зашить наряд прямо на Александре, ей пришлось бы с позором вернуться обратно на поляну. Спасибо за просмотр. Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.